Встречайте «Снежную королеву». Ивановский областной театр кукол подготовил для своих любимых зрителей новую сказку. Режиссер-постановщик, заслуженная артистка России Елена Иванова. Сказка Андерсена «Снежная королева» – это одна из моих самых любимых сказок. Пьесу Шварца я считаю просто гениальной. Он написал это по сказке «Снежная королева», но это авторская совершенно пьеса с разработками ролей чудесными. Потому что для каждого актера, а на сцене 15 актеров в этом спектакле, это огромный спектакль, у каждого находится роль, которая должна вообще засиять, по-моему, как бриллиантик такой. Спектакль рассчитан для детей от 5 лет, но и 3-летнему малышу будет понятна основная тема – любви и дружбы. Если бы не Герда, которая прошла множество испытаний, то Кай никогда бы не вырвался из ледяного плена. А вы не побоитесь пробраться во дворец? Нет. Тогда вперед! Ура, ура! Верность, храбрость, дружба разрушат все преграды! Так и в жизни, потому что один человек... Ну, мало что может, конечно, но если вдвоем и с горячим сердцем, с душой, то это можно преодолеть все преграды. Роль очень серьезная, непростая. Вроде бы кажется, что маленькая девочка, но с большим-большим сердцем, горячим действительно. И роль на вырост, скажем так. Я счастлива, что у меня такая роль. Сказка очень динамичная, яркая. В ней занята практически вся труппа. Сформировано 2 актерских состава. Это советник. Довольно злой человек, любящий деньги, служащий у Снежной королевы. Роль мне эта очень нравится. Я в этом спектакле... Второй раз уже работаю в нашем театре «Снежная королева», шла где-то в 89-м году. Вот. И в том спектакле я играл сказочника, но всегда хотелось сыграть советника. Отрицательная роль, она всегда, как мне кажется, более притягательная. Спектакль потребовал не только больших человеческих, но и финансовых ресурсов. В театре его называют не иначе, как грандиозной постановкой. Сама драматургия в ней необычная, не просто какое-то, да, детское, а здесь есть второй план, здесь есть о чем подумать и вообще над чем поработать актером. Вот. Поэтому это на самом деле такое для нас... Ну, у нас давно такого не было. Последнее, что я такое помню, это, наверное... «Левша», вот что мы делали, но для взрослых. А для детей это «Золушка», наверное, которую ставили 1000 лет назад. А это именно такое грандиозное событие. Для актера Александра Ивакина, выпускника Ивановского колледжа культуры, роль Кая дебютная. В этот театр я хожу практически с самого детства, в течение уже 20 лет, наверное. Может, даже чуть больше. Работа у меня здесь началась серьезная с начала этого сезона. То есть я, как начался сезон, сразу пришел. И достаточно много сразу у меня получилось работы. Но первая серьезная, наверное, моя работа – это вот «Мальчик по имени Кай», «Снежная королева». Достаточно сложно, но очень интересно. Премьера «Снежной королевы» назначена на 22 декабря. Этот спектакль актеры будут играть ежедневно и не по одному разу, вплоть до 8 января. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.